Не каждая работа может похвастаться наличием международного статуса праздника своей профессии. Медсестры могут. Эта профессия была востребована во все времена, на любых войнах. Они всегда рисковали жизнью наравне с солдатами, спасая их жизни. В мирное время подчас самые теплые воспоминания у пациентов как раз о них. Медсестры – это ангелы в белых халатах. Это действительно так. Даже и на личном опыте, можно сказать, и с родов, когда забирал жену, она вспоминала больше всего, как помогала медсестра и как много, значит, иногда просто один стакан теплого чая в такой ситуации или просто человеческая забота. Свое предназначение представительницы этой древнейшей профессии осознают. Пусть молодежи пока и не так много, но смена есть, а передать свой опыт женщины смогут, потому что пришли в профессию по велению души. Несколько раз подряд лежала в больнице и поняла, что мне нравится профессия медицинской сестры. Я хочу работать с медицинской сестрой. Много лет я работала в процедурном кабинете, и каждый день я шла на работу не то что как вот тяжелый каторжный труд, а именно играть, как будто бы играть в больничку, делать уколы, улыбаться пациентам, что-то расспрашивать. Работа приносила и приносит Светлане истинное удовольствие. Она верит, что популярность профессии не угаснет, что подвижничество останется навсегда главной чертой российского характера. Александр Смекалин обратился к медсестрам региона с искренним теплом. Во всем мире этот праздник отмечается уже более 100 лет. Для нашей страны этот праздник еще достаточно молодой, но он очень важен. Очень важен для каждого из нас. И каждый, наверняка, каждый человек в этом мире, приходящий в этот мир, встречает добрые, нежные, заботливые, ласковые ваши руки. В связи с профессиональным праздником очень многие медицинские сестры получили региональные и федеральные награды. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.